Привет, ребята! Да, сегодня будем открывать Nexon Knights. Вот столько много мы понаоткрывали разных рыцарей здесь. У нас есть большая коллекция, тут кого только нету. Ну и наши, конечно, любимые супергерои. Бэтмены, Капитан Америка, Халк, Железный Человек. Бэтменов мы вообще очень все любим, да, Тёма? Да. Особенно Джокера любим. Да, такого веселого, улыбающего. Так, в прошлых сериях, Тёма, мы снимали вот такие интересные рыцари Nexon Knights. Вот, они разные у нас тут и на динозаврах есть, и на каких-то птеродактилях есть. В общем, очень много всяких разных рыцарей. Да, и даже на роботах. А на роботах мы снимали очень давно. Это в очень, я уже не помню, в каких сериях было. Ага. Так, Тёмочка, а какой же ты хочешь сегодня открыть набор? На самого последнего босса. Это тоже рыцарь Nexon Knights. Её зовут Мейси, это девочка. Да. Она тоже прикольно классная такая, она очень сильная тоже, очень хорошо дерется, всех монстров она быстро всех уничтожает. И у нее такой классный, прикольный робот, тоже красный. И внутри есть вот такие вот щиты, Тёмочка, они называются «Сила Nexo». И в следующей серии, ребята, не пропустите, обязательно посмотрите. Мы, значит, вот эту силу всю с помощью компьютерной игры перенесем в телефон. А ты это знаешь, Тёма? Не знал. Вот, на следующей серии мы покажем, как мы вот эту силу от наших Nexo фигурок сможем перенести в игру, чтобы наш игровой персонаж стал сильнее. Ага. Ну что, Тёмочка, поехали собирать вот этого нашего рыцаря? Да, поехали! Вот, мы наконец-то собрали, посмотрите, что у нас получилось. Вот, ребята, посмотрите, какая классная рыцарь Nexon Knights Мейси. Вот, какой у нее робот, очень симпатичный, мне кажется, очень красивый он. Да, розовый, красный. Розовый почти что, да? Да, не, почти. Не розовый, это красный, конечно, да. Но все равно это девочка Мейси. Да. Вот смотри, у того белого робота у нас была такая пика. А вот этого синего робота был меч такой классный. Вот, а у Мейси, у нее такая булава называется. Это, смотри, дубинка, да? Такая, да. Тёмка, но у всех у этих трех рыцарей есть одна общая черта. У них у всех есть специальный щит, на которых, я не знаю даже, как сказать, в который вставлены специальные силы Nexo. Да, вот, посмотри, у Мейси... Интересный, тут какой-то зеленый, он ядовитый, скорее всего. Красный это power, наверное, power какой-то. А голубой, наверное, какой-то защитный. Вот у нашего этого белого рыцаря тоже зеленый есть, красный. И вот какой-то светло-голубой, белый, можно даже сказать. А вот у нашего синего, Тёмочка, вот у него какая-то желтая сила, я не знаю. Но в следующей серии, Тёмочка, мы с тобой попробуем вот все вот эти силы Nexo переместить внутрь компьютерной игры на наш персонаж. И мы посмотрим, что это за силы. Мы сразу узнаем, что это такое. Ага. Будет интересно, ребята. Не пропустите, обязательно посмотрите следующую серию. Ага. Ну, с вами Супер Тёма. Подписывайтесь на мой канал, ставьте много лайков. Всем пока!